Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем очередное такое событие. Это третий наш Five O'Clock. Называется это музыкальная лаборатория Алексея Козлова. И я хочу напомнить, что это не концерт. Это такое общение музыкальное, в котором может быть что угодно. Вопросы, ответы, обсуждения. И, конечно же, выступления замечательных музыкантов, которые входят в круг интересов фонда ArtBeat. Фонд поддержки современной инструментальной музыки в России. Я не зря сказал «в России», потому что вот сегодня как раз уже впервые на этой сцене будут выступать не московские уже музыканты, а коллектив из Ярославля. Это, я даже затрудняюсь назвать это рок-группой, но в принципе это прогрессив-рок. Это такой вот вид рок-музыки, который возник в Англии. Специфическая музыка, называется эта группа Introspective FM. Вот почему-то они назвали себя таким английским именем, что, между прочим, характерно вообще для всех групп европейских, предпочитают английские термины. Ну, подробности и о группе, о музыкантах будет вам сообщать ведущий постоянный этих наших встреч Дмитрий Филатов, и я ему передаю слово. Спасибо, Алексей Семенович. Я сегодня постараюсь быть максимально кратким, оставив, естественно, свободу речей ребятам. Просто у нас формат несколько из-за форс-мажора поджат. Где-то около часовой у нас будет концерт. Ну, с Богом. Обычная концертная практика общения столицы с провинцией такова, что столичные музыканты едут и показывают себя провинциальной публике. Вот сегодня все наоборот. Публика в основном столичная, а показывать себя ей будут ярославцы. Группа Introspective FM в составе Алексей Евланов, Василий Шуников, Артем Николаев и Сергей Зайцев. Всех их вы увидите чуть позже, а сейчас на сцене появится один из четырех, а именно Василий Шуников. Прошу.
Алло. Эта вещь называлась «Исцеление одиночества».
Так, ну, с вашего разрешения я еще раз представлю залу музыкантов. Сергей Зайцев, Артем Николаев, Василий Шунников, Алексей Юланов. Значит, произнося все эти фамилии, мне не надо было их разучивать, по той простой причине, что Artbeat и Interspective FM знакомы друг с другом уже полтора года. У нас на сайте фонда висит их интервью, в YouTube ролики, смонтированные нами с композициями ребят. Но все это время заветной, если можно так сказать, мечтой был концерт Interspective FM в Москве. И вот как только музыкальная лаборатория Алексея Козлова обрела реальные черты, мы тут же позвонили ребятам, тут же предложили им эту сцену, и вот они на ней. И поэтому я как бы в состоянии реализованной мечты со спокойной душой передаю слово лидеру группы Алексею Евланову, который, например, ответит на вопрос Алексея Семеновича, почему они так названы. Я-то знаю. А ты поделись, почему вы Interspective FM? Прямо сейчас рассказать? Прямо сейчас. Ну, вы знаете значение слова? Интроспективное, оно такое, немножко психологичное. То есть это наблюдение за своей внутренней жизнью, скажем так, интроспекция. Вот, и мы просто наблюдаем за тем, что у нас происходит внутри, перевариваем то, что происходит снаружи, и получается музыка. И транслируем это вовне. Ну, мы, да, мы просто совместно, радио. Совместно вот, плюс здесь на какие-то родившиеся у нас темы. То есть все довольно просто, на самом деле. Ну и я тут великого секрета не добавлю, просто мне все время понравилось, когда я у них это спрашивал, вот сидящий здесь в зале пятый член состава коллектива, Роман Дюбченко, вот он мне добавил, что слово FM, оно еще две главные буквы в слове family. Поэтому некая семейственность, некоторые в высшей степени приязненные отношения в этой группе есть. Я вам говорю честное слово. Оно таково. Поскольку мы друг друга не первый раз знаем, видели ребят в деле. А сейчас, если ты позволишь мне замолчать, а предложить вам продолжить. Вперед. Продолжаем. Спасибо.
Спасибо.
соглашаешься с теми мыслями, которые выскажешь. А я просто тебе напомню, ты же залезал в сеть и смотрел два наших предыдущих, так сказать, Five O'Clock, лаборатории. Не просто люди послушать музыку приходят, но и узнать о музыкантах, согласись. Да. Вот, поэтому, согласен. Если ты расскажешь о своей команде, мы будем тебе только благодарны. У меня единственное соображение по этому поводу, если можно, я бы рассказал чуть-чуть позже, потому что пока вы еще не поняли, музыканты мы или нет. Некоторые. Ну, давай будет подумаем. Хорошо. Мы сыграем еще пару вещей, и потом я что-нибудь немножко расскажу.
посвящена всему грустному, что происходило за последние 100 лет. Называется «Последние 100 лет». Вот, поэтому, да, и продолжает, и люди, человечество все развивается, развивается, а плохое все происходит и происходит, и все хуже и хуже бывает. Вот этому она посвящена. Ну и хорошее тоже, ну, просто, как сказать, я... Можно микрофон, да, спасибо большое. Вот. Очень оптимистически все это произносишь. Да, ну я, если, ну, как сказать, просто объясняю, почему так грустно все. Поверьте, все будет хорошо, поскольку мы не просто оптимисты, мы идеи для оптимиста. Огромное спасибо тем, что кто вот пришел все-таки. Я смотрю так, ну, как бы, конечно, ярославская группа не может вызвать большой интерес. Но кто-то пришел. Ну, в основном, я так понимаю, как бы, ну, хорошие люди и друзья. Во-первых, дай попробуй воспользоваться тем хорошим или теми хорошими, кто сюда пришли. Да. Вот сидит Володя Миловин. Да, я думаю, если я передам ему микрофон, он скажет у вас добрые слова. Во-первых, привет ярославцам. Я, к сожалению, пришел чуть-чуть попозже, поэтому не успел сказать это в самом начале. Во-вторых, я хотел от себя добавить, что лично я убедился в том, что они музыканты уже очень давно. И мало того, я убедился в том, что они прекрасные люди. Ведь недостаточно, чтобы просто это были прекрасные музыканты. Главное, чтобы все было прекрасно у людей. А в-третьих, они превосходные организаторы. На плечах Алексея и компании держится фестиваль «Инпрок» в Ярославле. Особенно сильное потрясение его плечам выпало, наверное, в последний раз, когда в Ярославль приехала английская группа «Tangent», и ярославцы вышли из всех этих испытаний с огромной честью и славой. Ура! Англичане, как и все остальные, оказались очень Палер, главный редактор журнала «Инрок». Да, да, это ведущий человек, который вообще несет на своих плечах различную хорошую рок-музыку у нас в стране. Который ведет на своих плечах неведомо что, неведомо куда. Скромные тут все. Кстати, вот раз Володя сказал о том фестивале «Инпрок», который «Орбит» совместно с «Инроком» провел в ноябре прошлого года. Там, естественно, в Ярославле, в ярославском фестивальном концерте был сет «Интроспектив FM». Вот они вышли там в усеченном составе, без Ромы Дюбченко, который был прошен на «Оргдела». Это такие четверо, которые перед концертом, я там свидетель, ни грамма для храбрости в себя не приняли. Это такие четверо непьющих. Мы играть не сможем. В высшей степени символично. Потому что, если я не ошибаюсь, именно в доме, который в Ярославле народ называет «Четверо непьющих», и родилась группа «Интроспектив FM». Во всяком случае, легенда звучит так. Извиняюсь, она изначально вообще в гараже родилась, в страшном. Тогда подробности, если тебе не трудно. Расскажи, как, почему, каким манером? Как это сказать? Встретили... Мы с Артемом давно уже знакомы со студенчеством. Вот. И мы так, ну, музицировали, всякую ерунду играли. Долго-долго. Ну, всякую ерунду там. То время было, то его не было. То жизнь заставляла заниматься, как сейчас заставляет. Всяким-всяким-всяким. Потом встретили вот Сережу. Оказалось, что он подающий надежды. В тот момент барабанщик. Мы его и соблазнили. Вот. Ну, то есть начали пробовать искать что-то. Прям в гараже. У нас там тогда в гараже просто всякая аппаратура стояла. Вот, и мы там прямо и начали пробовать. Потом подумали, что музыка не гаражная, надо переходить куда-то, да, куда-то в другое помещение, а то как-то ну, и еще получалось. Немножко, как а потом Василий, Василий примкнул. Ну, Василий это как бы основной фактор, как Сергей Иванович. Ты туда говори, я знаю. Они подающие надежды. Мы-то уже все с Артемом, а они-то подающие. Так что они скоро нас заменят, и будет хорошая группа. Ну, подающие-то подающие, но уровень-то уже вполне профессиональный. Но, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, будучи профессионально более или менее подготовленными, более, конечно, подготовленными музыкантами, вы, тем не менее, нам вот этой игрой на жизнь не зарабатываете. Нет, конечно. А кем тогда? Или кем чем? Мы зарабатываем? Вы зарабатываете те самые дезнаки, на которых, в том числе, и Ярославль изображен. Ну, как вы знаете, у нас в стране сейчас почти нет производства, поэтому все друг другу все продают. Мы тоже всем все продаем. Я продаю музыку, Артем не продает.
Я думаю, он продает свои услуги. Ну, ремонтирует станки. Он тоже. Ну, в общем, вот. Роман продает. Василий продает. Вот. Сережа продает свои услуги профессионального барабанщика. Он дает уроки платные. Да, он настоящий профессионал. Вот это единственный у нас человек. Настоящий профессионал. Он этим зарабатывает на жизнь еще. Ну, а Алексей, несмотря на юный возраст. Одного из самых крупных музыкальных магазинов в Ярославле. Ну да. Да вот. Но это, но все равно это все продажи, дело нехорошее, к сожалению. Но что делать? Так вот жизнь устроилась. Но пытаемся реабилитироваться, играя на совесть музыку, как мы можем на совесть. Конечно, вам судить, но мы стараемся, чтобы, как сказать, наши души очистить через музыку. Продолжаем. Thank you.
Thank you.
Я так чего-то вот заигрываемся даже. Последнюю вещь, да, сыграть? Давай я не вернусь. Ну давайте, хорошо. По заказам слушателей мы играем вещь «Я не вернусь».
Спасибо. Хотел сказать Сергею Хвалину, Дмитрию Филатову, Арайку, Владимиру Миловидову особенно. Ну, всем, кто непосредственно помогал. Фонду «Артбит», безусловно. Это, пожалуй, вот сейчас я даже не знаю. Уникальное явление в нашем, я не знаю, как это шоу-бизнесом назовешь, то есть в нашем музыкальном мире российском. И Алексею Семеновичу Козлову за то, что он, ну как сказать, изволил как-то вот нас представить. Это огромная честь, даже не верится, если честно. Мы играли и вот. Ну, более того, группа «Интроспект» уже упомянула. Мы вам очень благодарны, конечно же, самое главное спасибо тем, кто пришел, слушателям, потому что без вас музыки не бывает. Ну. Я не буду ничего добавлять, лучше не скажешь. Ну, правда, нет, так меня и подмывает, потому что в свое время, спрашивая одного из идеологов этой группы, вот Романа Дюбченко, а есть ли у вас идея фикс вообще вот такая, глобальная? На что Ром достаточно простодушно и честно ответил: мы собираемся создать свой личный, собственный, уникальный ярославский саунд. Я полагаю, получилось.
Огромное спасибо Союзу композиторов, огромное спасибо публике. Перед вами были Алексей Евланов, Артем Николаев, Василий Шуников, Сергей Зайцев и все это вместе Интерспектив FM Ярославль. Спасибо.